Всем привет, друзья! Это Рустам и Вероника, Русики Family Vlog. Всем приветики! Мы только выехали, едем в сторону Юго-Востока. Да. И мне уже жарко, надо поменять шапку. У нас, если честно, аномальная жара, можно сказать. Февраль, 20 числа, и погода как будто у нас весна уже. Как будто апрель пришел. Да. Ну, для Караганды просто почему аномально, у нас обычно холодно. Да. Вот так, красивый, вот так будет лучше. Так, да. Чувствуется уже весна, все уже, да, рядом. Да, особенно, да, в машине, знаешь, когда печка дует, тепло, а на улице выше все равно холодно. Еще солнышко, да? Да, как только солнце заходит, сразу холодает. Да, поэтому одеваться приходится сначала легко, потом надо переодеться в теплые вещи, и это, конечно, такие, я не люблю такое. Погоду. Карагандинцы знают всегда, да, что утром выходишь холодно, в обед жарко, да, к вечеру опять холодно. Мы едем на юго-восток. Мы как-то раз брали у Рустама сестры лампу. LED-лампу, да, для съемки ТикТока, Инстаграма. Мы просто ее хотели потестировать, понять, нужна ли она нам вообще. Брали на время, и поэтому мы хотим ее вот сейчас отвезти и поняли, что, в принципе, она нам пригодится. Светильник хороший. Да. Места много не занимает. Вот, главное вещи не вешать. Да. Это шутки? Нет, правда, она нам понравилась очень, и мы решили взять свою. Хотели ответить на вопрос про тайное кафе. Спрашивали, где находится, что-то еще. Что по меню, по ценам? А, да, по ценам, да, точно. Находится, это бизнес-столовая, кафе, кто как называет, но для нас это кафе, потому что очень красивая атмосфера внутри, и плюс еще, я бы не сказала, что очень дешево, ну, то есть никак прям супер столовая. Да, цены там средние, порции хорошие, еда, да, вкусная, и как бы, допустим, первое горячее блюдо может стоить тенге 600-700. Да, тенге, на двоих это чаще всего вот выходит около 5000. Ну, с это, чаем, с, да, пирожным. С чаем, с пирожным, с супом и вторым. Поэтому, ну, зато наешься, вот. Во-вторых, где находится? Находится в районе политеха. Адрес я напишу вот здесь вот. Вывески, правда, нет. Но, мне кажется, в принципе, найти будет не тяжело. Пока Русик будет относить лампу, я еще хочу зайти в норму, посмотреть. Ну, мне нужно купить продукты и плюс посмотреть, что там новенького, интересненького. У нас солнце в Караганде. Конечно, погода классная, и гулять, и вообще наслаждаться витамином D. Ну, просто вот видите, сразу слякоть, и вечером прохладненько. Ну и плюс очень много луж, воды. Да. Поэтому с окна машины очень хорошо вообще так прогулку делать. Да, да, да. С окошком вообще хорошо. Недавно были в новом магазине «Технодом» на Бухар-Жирау. Новый, экологичный вообще там, так построен по последним технологиям. Там столько новинок, вообще последние телефоны, Samsung, вот эти, которые как лягушки, раскрывашки разные, телевизоры по 4 миллиона тенге, вот, столько техники, магазин огромный, поэтому кому интересно, заходите, смотрите, нам очень понравилось. Плюс нас там, мы не успели в магазин зайти, нас узнали, тоже было прикольно. Такой интересный моментик был. А вообще магазинов очень много, вообще такой техники в Караганде очень много. Но Технодом, наверное, вот этот один из самых больших. Пути на юго-восток решили подкачать колеса. Подкачаться решили. Да, чуть-чуть решили подкачаться. Мы чаще всего приезжаем вот сюда. Это как-то удобно. И, честно говоря, сколько раз приезжали, очереди не было. По Ермекова находится. Да, на 92-м квартале. Вот тут вот шиномонтаж. Недорого. Сколько? 50 тенге, ты говоришь? 50 тенге, 50 тенге, да, да. Пошел, пошел. Работай. Острый козырек. А? Острый козырек. Острый, острый. Сколько, говорят, двойка? Я говорю, сколько обычно? Ну, двойку. Ну, давай двойку, значит, что? Что значит двойка? Давление в баллонах. Главное контролировать процесс. Юг заезжаешь, конечно, как будто в другом городе. Особенно по Царярка улица или вот где теннисный, да, Дюсенбекова тоже. Много домов и строятся, и уже построены, конечно, классно. Сейчас мы заезжаем на улицу Царярка. Она достаточно короткая, от Атимбета до, вот, до флага. Просто вот получается две односторонние дороги, да, вот в эту сторону полоса и вот тут по
она приканальная называлась. Приканальная, ты говоришь? Да, приканальная, ага. Татимбета это там? Да, Татимбета это перпендикулярная улица. И скорее всего вот эти справа вот участки тоже будут застраиваться домами. Да, вот это вот трехлистник и вот куча-куча всего административных тоже зданий, жилых комплексов. Стройка идет полным ходом. Здесь появляются новые школы, детские садики, суды, прокуратура. А вот в этом районе все уже расстраивается, как бы. Да, торговые центры, идет. Спортивные комплексы, много всего. Все сконцентрировано, в принципе, в одном вот прямоугольнике. Тут как раз можно налево уйти. Опа-на. Также будет Сарарка улица. А, хотела флаг заснять. Получился. Да, ты мой блогер, прям туда с камерой. Да. Здесь хорошо, такой объезд удобный. Вот это Атлетик парк. Да. Мы да, здесь гуляли, парк. Прогулку делали. Угу. Вот это получается улица Республики, вот перпендикулярная. Вот это вот Сарарка, по которой мы едем. Воды сколько? Ой, сколько воды, действительно. Вот здесь еще все строительство идет. Угу. Про вот этот домик рассказывали, по-моему, показывали, что когда мы гуляли. Он вообще еще только строился. И быстро-быстро-быстро вырос. И все. Как грибок. Да. Появился. Вот лавочки, аллеи, пешеходы, светофоры здесь. Да, мы сделали как-то прогулку. Тоже зимой вроде. Либо весной, вот что-то я не помню. Весна была, да. Да. Вот нам надо ну, в этот давайте двор. Что, давайте во дворы заедем, да, посмотрим. Да. Как там, что там. Белорусский магазин вот сразу на ступеньках. Мы как-то заходили, там колбасы, сыры белорусские. На первых этажах в основном коммерция, на таких да. вот больших вот многоэтажках. Я что вот замечаю, конечно, машин очень много. Парковка вот вся забита всегда. Особенно это, вечером. Да, и не только там по выходным, это постоянно, вот много-много машин. Вот такой вот большой двор. Эти дома, по-моему, 2011 года. Не сказать, что прям они новые. А, по-моему, шахтеров? Нет, не шахтеров. О, кстати, ты видел белорусский магазин? Здесь вход есть. Сквозной, да. Да. А тут вот ничего не тает, потому что, видать, солнце не так сюда попадает. Тень, да. Снега очень много. Ну и вот вдоль подъездов все полностью заставлено машинами. Да, и поэтому узкая дорога получается только в одну сторону. Ну, разъезжаться, мне кажется, не прям удобно. Если, например, напротив тебя, да, машина едет. А так, в принципе, площадки детские, очень много их тоже, много различных горок. Вот внутри самого комплекса жилого детский сад. Вот. И рядом здесь, кстати, норма от этого вот комплекса. Да, страшно. Ужасно. Я даже не подхожу. Руси говорит, давай заснимем. Я говорю, ну вот ты будешь снимать, потому что я не могу даже подойти. Я если подхожу, скажи, я концентрируюсь, да? Я не мне могу. Надо быть внимательной во всем. Это не так высоко. Это мы на шестом этаже, да. Решили что-то на шестом выйти. До этого на 11 поднимались вечером. Снимали. Там покрасивее как бы. Вечером, когда все подсвечивается. Что, страшненько? Я не буду это смотреть. Большой двор, да, здесь? Да. Огромный такой дворик. Да, вон ковры вытряхивают на заборах. Это по-карагандински. Корт без этих, без забора. Без забора, но с воротами, видишь? Это самое главное. Детско-садика территория, да, большая? Да, у каждого своя беседка. Вообще классно, да? Из дома, из подъезда выходишь, ребенка видно, да? Тык и на остановку или куда там тебе надо. По пути. Да. Ну смотри, очень много беседок, значит, групп очень много тоже. Да. Все, поедем мы в супермаркет Норма. Ну, Веруська поедет, я ее завезу. Мне здесь надо кое с кем увидеться на Юго-Востоке. Потом я уже встречу заберу с покупками. Все, пошли, пожалуйста. Та-дам! Вот такие лифты здесь. Достаточно длинные. И нажимаем ростом. Нажал. Че, поедем? Поехали. Светло, просторно. Почему-то первого этажа нет, наверное, это вот эта кнопка есть, первый этаж. А ты куда нажимаешь? Я сначала на второй нажал, потом вот. А, посерединке это первый, да? Да, мы вот на третьем остановились.
Мне солнце Монако. Когда вот такие лужи. Повсюду. Ой, как теперь тут к машине-то подойти? Надо будет обойти вот так вот. Потому что внутри очень много воды. Под снегом, под вот этим вот рыхлым. Вот здесь нормально, вот. Давай сейчас. Островок. Это вот ручка наступила нечаянно. Сейчас. Да, это я зря уги, конечно, делала, но ладно. Появилась Икея, товары из Икеи. Вот эти сумки. Вот эти классные штучки, баночки. Которые... О, вот эти классные. Вот эти соусницы тоже очень. Для мяса. Казунок классный. Есть еще вот такой. И вот такой тоже. Много подарков со дня защитника отечества, на 23-е. Танки и вот такой вот есть вертолет. А, так это для напитка. Я сначала не поняла. Это для напитка, что напитки стоит. Ну и много косметических тоже. Я лично очень люблю вот такие большие кружки. Вот можно купить, например, 8 марта маме, а это папе на 23 или 8 мая. Тут вот грунт завезли. Вот такие вот цены. И его. 20 литров, 50. Вот это вот что-то тоже для рассады. А еще очень много семян. Чучхел очень много появилось. Здесь вот такая в упаковке. И вот даже видит торт. Цены тоже адекватные, в принципе. Так, здесь получается сухофрукты, не только чучхела. Ну, такое впервые вижу. Кунжутная паста. Такая странная немножко упаковка. Тут вода, ну, жидкая, здесь нет. Здесь тоже интересные такие вещи. Это различные семена, псилиум, травяной напиток. Такие ананасики маленькие. И арбузики. Какой хлеб интересный, даже маслины есть. Есть еще корейский. Ой, ну вот это рай. Это орехи разного вида, плюс еще вот есть сухофрукты в меду. Даже есть кедровые орешки. Есть маленькие баночки. Тут по напиткам чего только нет. Чупа-чупсы корейские. Разная фанта с кока-колой. Зуко. Дали мимо Строймарта, немножко не так заехали. Смотрите, здесь открылся Магнум. Экспресс. Новый появился. Да. В самом здании Строймарта.